целом, что хотел еще попросить? Я надеюсь, что встречи как-то будут у нас постоянно. У нас постоянно раньше проходили в различных кругах и так далее. Присылайте какие-нибудь вопросы, то есть, вот, чтобы можно было подготовиться, обсуждать то, что интересно. То есть мы же не знаем, что вас интересует. Мы поговорим обо всем. То, что интересно, чтобы мы на это акцентировали больше внимания, говорили о том, что для вас нужно, необходимо, что вы хотите услышать, узнать. Ну, вот, это будет более качественно. И давайте такие вот режимы. Это не лекция же мы читаем, у нас режим диалога. Общаться больше, рассуждать. Мы тоже будем понимать, что где-то что-то мы, может, неправильно делаем, мы тоже свою работу корректировать, смотреть. Где-то свои позиции выскажем в том плане, что как мы это видим, почему мы так делаем, чтобы тоже понимали, где что и как. Спасибо. Спасибо. Мы планируем повторять такие мероприятия, будем вас обязательно приглашать.